Всем привет подписчикам моего канала, а также тем, кто будет смотреть данное видео. Подписывайтесь на канал, смотрите мои видео на канале. Там много интересного. Сейчас хочу я вам показать, как я кормлю морковь-петушка и в каком возрасте можно давать аллофорс и гриндаля. Вот я артемия замороженная, я его размораживаю таким образом. И вот шприц. Я шприцом сейчас буду собирать это все артемию. Вот, собрал я артемию, уже размороженную. Вот мальки петушка. Вот, выношу им вот в вот таком положении. На разные места получается, чтобы падало в малых количествах. Чтобы воду не загрязнять, и чтобы мальки всегда были сытыми. Вот так это. Какой-то процент будет падать отсюда, какой-то процент я подниму. Не все так легко, не все так просто. Вот, смотрите, у меня получается вот такой тазик. Я во всех вот петушков разложу всегда вот таких тазиков. Ну, в чем плюс этого тазика? Я буду очищать его 50-граммовый шприц. Вот им я и очищаю дно, собираю мусор и наливаю туда, получается, новый. Новый. Поднимать малька петушка не так уж легко. Развести — это одно дело, а вот поднять — это вообще другое дело. Вот тут еще от другой пары находятся мальки. И сюда им тоже время кормышки. Думаю, этого хватает. И вот мальки покрупнее. Я им вчера закинул аллофоруса. Они всегда сытые. Сейчас, если получится заснять, как они их едят. Аллофорус. В принципе, походу все сытые. Но которые на дне находятся. Вот эти черви. Получается, они уже выходят наружу. Ну ничего страшного, они их по-любому съедят. В таком размере я уже им даю аллофоруса. Получается. Вот, кстати, тазики, и вы видите, тут нету распылителя, ни компрессора, ничего. Они вот в таких условиях у меня и поднимаются. И вот становятся вот такими вот красавцами. Вот тут тоже молодняк. Ну, подросточки. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, смотрите остальные видео. Смотрите видео, которое находится уже в канале. Тоже интересные.